Проходит акарицидные обработки у нас со вчерашнего дня. Ну, площади, большинство площадей обработано. Сегодня вот мы завершаем контракт. Ну, порядка 73 гектар общей площадью. Территория общего пользования, места массового отдыха, пляжи, скверы, какие-то парковые зоны, лесопарковые зоны. Это мелкодисперсное опрыскивание, холодный туман, аппаратами марки «Штиль», раствором, который представляет из себя химическое вещество из группы синтетических перитроидов. Это малотоксичные препараты, относятся к четвертому классу опасности. То есть меньше его уже нет. В данном случае мы используем марку «Таран». 10% водный концентрат. Это микрокапсулированное вещество, довольно хорошо себя зарекомендовавшее. После обработки, как правило, его проводят на 3, 5, 15, 20 день и смотрят по наличию клещей. Правда, еще смотрят до начала обработок, чтобы можно было сравнить численность. По опыту скажу, вот в таких вот зонах обычно эффективность 100%. Более сложные зоны – это лесопарковые зоны, там лесные какие-то участки, где посещают граждане наши, но это приближенно уже к природным условиям. Вот там, конечно, численность высокая. Мы проводили энтомологическое обследование частично. В данном контракте по местам, которые мы обрабатываем, клещей вообще не обнаружено было. То есть их была численность ноль. Ну, это не значит, что их нет. Возможно, просто прошел уже пик активности, вот такой мини-пик активности, мы их просто не нашли. Немного бы, если ранее, то да, возможно, можно было бы найти.